Грипп птиц – это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. Наиболее уязвимые секторы – это личные подворные хозяйства и мелкие товарные фирмы. Болезнь протекает в форме эпизоотии и вызывает массовый охват поголовья птиц. РНК, содержащий вирус, вызывающий птичий грипп, принадлежит к вирусам группы типа А, семейству ортомиксовирусов. Для человека наибольшую опасность представляют штаммы H5N1 и H7N7, поскольку они способны быстро мутировать и вызывать тяжелые формы заболевания с молниеносным течением и высокой летальностью. В настоящее время специалисты Государственной ветеринарной службы проводят комплекс мероприятий по недопущению и распространению гриппа птиц. И хотя Десногорск благополучен по особо опасным и инфекционным заболеваниям животных и птиц, владельцам подворья рекомендуется все-таки соблюдать ряд правил. Исключить контакт домашней и дикой птицы, то есть повесить сетки, чтобы дикая птица не прилетала, не допускать посторонних к домашней птице. Также не приобретать птицу в несанкционированных местах, в кармане приобретать в санкционированных местах. Своевременная уборка, механическая очистка, там, где находится домашняя птица, дезинфекция, также личная гигиена. После того, как убрали за птицей, необходимо вымыть руки, одеть спецодежду, прежде чем идти во двор к птице. Эти правила помогут вам уберечь вашу домашнюю птицу от заноса вируса гриппа на территории ваших хозяйств. Распознать зараженную птицу можно по следующим признакам: необычное поведение, дискоординация, вращательное движение головой, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, а также затрудненное дыхание. При первых признаках заболевания необходимо срочно обратиться в Государственную ветеринарную службу.